Здравия желаю, уважаемые подписчики. Все-таки я подобрал к этому моторчику. Ну, правда, мощность не сильная, но работает я беспрерывно. Значит, подобрать удалось два блока по четыре подсоединить последовательно. И как видите, сейчас работает без перерывов, компенсирует аккумуляторы. И у нас траты, видите, на нуле, ток возвращается, то есть все скомпенсировалось. То есть он работал импульсами, потому что не было компенсации. А сейчас мы компенсируем, и он работает беспрерывно. То есть применил 8, видите, 1, 2, 3, 4, 8 штук, соединенных напоследно. При разгоне, возможно, понадобится реле, пока нормально. Но видно, что разгон идет. Сейчас и без реле оно работает. А при разгоне, возможно, понадобится реле. Сейчас, если видите, отключить. Ход у него небольшой. Но компенсирует батарейки. Батарейки компенсируют все. И все нормально. Да, этот работает на импульсах, а батарейки компенсируют. То есть расхода у нас, как видите, нет. А при этом движение у нас идет без перерыва. То есть движется, не останавливается. А сейчас я зарисую вам схему. То есть мне удалось, значит, на этот мотор. Вот она схема. Значит, так. Мотор-магнетик. Мотор-магнетик. Восемь аккумуляторов, ребята, 8. 4, видите, 4 не потянуло, а 8 потянуло. 4, 5, 6, 7, 8. 8 аккумуляторов литиевых. Аккумуляторов. Так. И такой зарядник, 76 ватт, то есть на 24 вольта надо, видите, чем выше напряжение, тем лучше толк. И тогда пошло, а на 13 не хватало этой инерции, а сейчас работает все четко, видите, компенсируют вот эти батарейки, все четко. Значит, расход у нас на нуле. Мотор 360 ватт. В дальнейшем будем, конечно, и надо будет еще этих аккумуляторов помощнее, чтобы у нас скорость увеличить. Сейчас скорость у нас работает сейчас четко, без импульсов и без расхода, то есть на нулевом расходе. Но сама скорость небольшая, то есть мощность небольшая. Сейчас скажу, какая. Где-то работают ребята на четверть от своей мощности всего, на одну четверть, на одну четвертую. То есть где-то
60-80 ватт всего. А можно было увеличить и на 360 его емкость, если у нас были аккумуляторы. Спасибо за внимание, всем удачи и стального здоровья.